Йоу, бу апцентр. Оқисизми, оқимисизми, муҳими ўз ҳаётингизни ўзингиз бошқаринг. Азизлар, сизлар учун ажойиб янгилик. Қанақа янгилик дейсизми? Ўтган сафардаги 3 ойлик курсимизга ёзилиб улгурмаганлар учун 10 декабргача янги гурхимизга набор бошланди. Qaysi guruhlarimizga nabor boshlandi? Kunduzgi kunlari, ya'ni soat 12 dan 6 gacha bo'lgan guruhlarimizga, kechqurun soat 7 dan 10 gacha bo'lgan guruhlarimizga nabor boshlandi. Aytgancha, agarda kimda-kim uzoqda yoki ishlayotgan vaqti bo'lmaydigan bo'lsa, onlayn darslarimiz ham bor. Onlayn darslarimiz esa soat 12 dan 10 gacha bo'lgan guruhlarimizga nabor boshlandi. Azizlar, yozilib ulgurib qolinglar, sababi keyingi guruhimiz 3 oydan keyin ochiladi. Хабарларинга ассалому алейкум, азиз обуначилар, каналимиз мухлислари, абитуриентлар, студентлар ва будущий специалистлар. Марафонимиз, яъни бизнинг олимпиада ўз ниҳоясига етди. Қатнашганлар дармонда, қатнашмаганлар армонда, как говорится. Худо хоҳласа, марафонни 5та ғолиби билан, 1-чи, 2-чи, 3-чи, 4-чи, 5-чи ўринни олган болалар билан суҳбат қурдим. Видео давомида шу суҳбатдан озгинасини қўйиб бераман сизларга. И вообще суҳбатни кейин результатларни, болларнинг результатини тоже танишиб чиқасизлар. Марафон честно, очиқ ProgressMe деган платформада бўлди. У ерда платформани ўзи конкретно ҳамма жавобларни текширди. Бизда буйр ҳаракат қилдик, чтобы ўқувчи ва бизни кураторларимиз орасида турган платформа максимально қулай бўлсин, дарсларни бажаришга, машқларни бажаришга и максимально очиқ, ойдин бўлсин, чтобы ҳар бир одам узини ишини бажариб, узини баҳосини кўра олсин ва нечинчи ўринда турганини билсин. Ким қатнашган бўлса, ўз фикрларини комментарияда қолдиришларинг мумкин. И ман сизларга битта илтимосим, марафон қатнашганлар, кимга агар биз куратор тарафимиздан жавоб берилмади ёки камчилик бўлди, тоже видеони комментарияда ёзиб қолдиринг. Кураторларимиз жуда ҳаракат қилишди, жуда ҳам меҳнат қилишди. Ҳамма болларга вақтида ёрдам беришга ҳаракат қилишди. Но агар камчиликлар бўлган бўлса, жуда ҳам муҳим сизларнинг фикрларингизни ёзиб қолдиришларингизни илтимос қиламан, чтобы кейинги марафонларимиз бундан ҳам сифатли, бундан ҳам чётки ўтиши учун. Биринчи ўрин укамиз табриклаймиз. Биринчи укамиз Ҳумоиддин деган укамиз ютуб олдилар. Офисга таклиф қилдик. Шу Ҳумоиддин билан суҳбатни видеони охирида кўрасизлар. Ҳумоиддин, табриклайман сизни yana bir bor. Ҳумоиддиндан кейин ака-ука Хамраевлар, Бигзод ва Илзод. Вы молодцы. Бигзод билан Илзод жуда кучли кучли боришди. 1-чи, 2-чи, 3-чи, 4-чи, 5-чи 5 кун подряд заданияларда 1-чи ўринда кетишди ака-укалар. Но охирга келиб Ҳумоиддин их обогнал. Ҳумоиддин ошиб кетди улардан. Қисқаси, мана ҳозир шу болалар билан бўлган суҳбатдан озгина парча илтимос кузатишларингизни таклиф қиламан. Ассаламу алейкум, меня зовут Майдин, мне 21 год, я с Узбекистана и родился в городе Сухандари, и до сих пор я там живу. Добрый вечер, меня зовут Хамраев Бекзот, я из Термеза, я закончил школу в Узбекистане и сейчас работаю грузчиком в магазине. Всем, кто смотрит данное видео, доброго вечера. Меня зовут Элзот Хамраев, я из самой солнечной области Узбекистана, из Сурхандари. Здравствуйте, уважаемые организаторы марафона. Меня зовут Руфат. Я участвую в олимпиаде под номером 23. Я хочу рассказать вам о себе в этом кратком видеоролике. Итак, перед вами Сабуров Руфат Кудрат Оглы. Я родился в республике Узбекистан, Зеркалинского района, в городе Бусан. Мне 24 года. Здравствуйте, уважаемая команда Акцента. Я Тимирхан Валязет, мне 16 лет, 2007 года рождения. Родилась и учусь в общеобразовательной школе номер 9, названная в честь первой в мире женщины, космонавта Валентины Владимировны Чершковой. Да. Московская область? Да, да, да. Отлично. Моя Екатеринбург, да. Сменгис, сызы?
Бегзат. Возьма результат ланочи. Это я ему звоню. Алло. Салам алейкум, Хумайдин. Ассалам алейкум, а ты, ассалам. Ва алейкум ассалам, яхши рахмат, дурусмы. Сіз біз ауда қылдың ма, дейма? Йо, йо, әке, что-то ауыз шықпай апын ма, сіз бізді ештімеп сіз амын? Йо, ештімеп амын, ауыз. Ааа. Сіз қайыр, қайырды сіз ауыз? Мне кажется, ты в машине, да, в маршрутке сидишь. Да, вот на машине сидит просто. Считай, да, проживаем, да, машина доктор Пантерсов. Ага. Ты результатами своими ознакомился? Да, да, познакомился, позвонили мне. Позвонили. А так, вам всем видно, да, ребят? Хмойден просто телефон да булады, хам куршу габлады бізді, хам телефон да считады, вот так, ауызымны. Қоған болды. Бигзот, Илзот и Руфат. Сілем узларин, результатларин кузаты бордыларим? Да, конечно. Программада көрділәрем көрлі, біз специально ойлап, қыдырып, топтық, ізлап, шынығынғы программаны, где все прозрачно, очевидно, открыто, да? И маны кураторларым фақат просто ердан берген холос. Унарсаны кіріп, о, Лазет подключается, хайрият. Қарақалпақстан дейм, свет и онды шекелді. Молодцы. И специально была подобрана такая программа и такая платформа, что никак невозможно было мухлевать или там изменить. Харким, харкун топшерган экзамен, ну, результат он охорода курады. Узыныкнеем и ким олдында китет гоннеем. Что не было моха? Да, верно. Отлично. Задание лады, кайсы задание лады сілі үчін қиым болды? Вот только честно, вот неманы чушу мадалары, немы үчін сілі үчін, что за задание было для вас новинкой? Ну, я в видеопрезентации я старался. Я увидел. Очень сложно было, что перед камерой. И что ты думаешь, как ты сделал это задание? Много раз попробовал, снимал, удалил, снимал, потом уложил. Молодец, молодец. Вот сэля бишо уларин, вот бринчи урунда хмой дын. Сейчас, где результаты? Еще раз. А, все. Да, бринчи урунда хмой дын. Кин Бигзот Хамраев. Бигзот, кайсы бір ларин? Yeah. Молодец. Бигзот, икинчи урын. Илзот, үчинчи урын. Руфат. Руфат, где он? Руфат здесь, Екатеринбургда гукамыз, туртинчи урын. А Лазет Далибаева, пятое место, бишинчи урын. Кто у нас? Хумойдын, ты здесь? Ассаламу алейкум, да, здесь. И микрофон не шла питамын, мы учерп уймей сағымыну. Да. Келген ақыл шума пан, да, просто. Марафон өттіңіз, үлкен зум ұшылатшы білмейсімі? Это сигнал, это сигнал, это надо четко проверить тебя еще раз, получается. Ты в Москве, Руфат? Этот, Хумойдын? Когда придешь к нам в офис? Я вам перезвоню сегодня или завтра, потому что я чуть-чуть с деньгами, поэтому... Проблема с деньгами, поэтому завтра или послезавтра перезвоню вам. Бізге енді ілі жұмсы әртегі керексіз. Әртегі кесеңіз. Да, әртегі кесеңіз яқшы боларды, потому что я не хочу эту историю тянуть, я хочу уже быстрее показать людям, потому что нас ждет около 200 человек. Люди уже мне в Телеграм пишут, в WhatsApp пишут, в комментариях пишут. Бошқа видео шықарсаған, видеоңыз егістіріп қойым, бізге марафонның результатын айтын авал, нама болды марафон. Ты нам нужен в офисе, чтобы мы тебя показали, мы с тобой пообщались. Әрекет қылама ертеген болам, әгер көп ұп кетсе, ертеген кейім болады, шақап болады ме оны? Ертеге әбеттен кейім болмаса, ендіңге қаракат қылын, так да? Хорошо? Хо. Хорошо. Ты сам все делал, только скажи мне, Хумойдын, ты сам все выполнял? Конечно, я старался. Ну, шынай вазиет болды ке, менде үш күнме телефон болмай қолды. Дұрыс айтама, телефоным даже... Işləyəkən cəyimdə su qəçib getdi, biz telefon qop getdim, çəriz bir olaq telefonla əkirdim, şuna qiyin vəziyyətlərə qop getdim, xərəkət qıldım nəkən bərbər. Qayrıq oxşa görmə açısı, okə?
медицинский хохлеманда, ушанчи буйл кигандым узым, август ойда кигандым, медицинский топшыраман деп, озрак пулым барды. Харакат кылдым, лекен пулым етмас экенде, ушанчин кейн кайтып кетмокчы идим. Акошта кейн иштеп турупман азыр, кейн марафон хакыда эшитип алып, шунда катнашырдым. Канчадан бери кузатасыз бизди? Где-то өткен елден бери болса керек, кузатаман анчадан бери. Кейин марафондан кейин. Хақатынам үшінің деймі өкей үшінге? Токы чесі? Йо, леген, торысын айтсам үшінмаген. Чүнкі болдар күшілі бүрді, фақат күшілі болдар болады деп. Өйлі өдім. Шынарам шақы болдар екен, чүнкі бошыда бекзот, елзот. Амасы өтіп кетішті бачты, яқшышлар екен амасы. Бошыда акукалы бақуат кетішті леген? Бошыда акукалы меж собой даже соревновались какой-то стати. И вот самое главное, Борко, вот самое главное, да, Хмойден, Каренсиз, Голуб, и я это признаю, потому что здесь Бунарсана Маммас, Кимана, Командам Даги, Болнамас. Программа полностью определяет халда, да, каждая задача. И без куратора Лармас, и какие-то холоты отношения руками оценивали, и какие-то холоты. И все, во всех остальных случаях программа определяла. Ты считаешь ли, что именно Олимпиада, марафон, честно утте. И вообще, хамаларин, что не деб хсаблесе нами, юма? Анч честно буду, вообще был. Мы ойлаганым торсай таман, шынан ойлаганым, о, кришадларда уже акукадан биттас олады ойлаганым, торсы честно. Ага. Ойлаганым, ростан. Кейм бүгін телефон қылышты, вообще йоқатып койдым озымды борку. Орзуйм амал ёша деген болды, чүнкі оқшамай қоғанды, яқында келген вақытым. Ёшен нечеде өке? 20-да өке. 20-да, молодец. Нымеш қылетген бұсенгізам? Медицинскийде оқыш. Нымеш қылген бұсенгізам, нымеш қылетген бұсенгізам, қайырдан келген бұсенгізам. Главны, айотты кем болып, қайырге керап кетеді көніміз, и кележегеде халқы, қудамлаға қанақа фойдамыз дегеші. Так что я тебя от души поздравляю. Ты победитель, спасибо, большое, ты молодец, ты сделал все вовремя, сделал все на высшем уровне относительно своих, так скажем, соратников, конкурентов. Ты эту марра забрал. Сильно отрыва нету, но, пацаны, поздравляйте Хмойдена. Потому что Хмойден заслужен, заслуженный победитель. Победителей не судят. Победителей не судят. Потому что здесь постоянно технологически таких гандыки, что Харкун Хамаса очень курорный борсен. А Хоган Леге, суперконтракты читали. Хмойден, с тобой разговор тугады, сізге қатты рахмат, сіз обязательно маңға маңы ұқам шағзотқа телефон қылып, әрті үйіннің келешіңіз айтын бұл қафтадан қомасын үлтімос, хорошо? Қомейді. Потому что бетті біттік документілі бор, мы должны тебе это передать, твои документы забрать, и мы должны уже работать над тем, что тебя направляет медицинский вуз. Речь не о том, что біз видео чықары, біз халқы кускус қылыштанмаз, біз сізге берген ваданы сұтан шылашшы бошылашымыз керек. Түсіндің ауке? Да, Аллах. Поэтому все документы, сканы, оригиналы, хамасын еңінде олып, обязательно подлетай в офис. Хайотты мұннана мұхым ішін юғы бошқа. Именно манашу. Бүгінгі әртанғы еңінгі күнді қылыған мұхым ішін машу, ке? Ждем. Возможность қой орам емен, леке өзі. Андайлар қиналып еріштім. Без телефона даже кімлерден телефон жиялым маным кечасын. Телефон еңберіп тұрды. Вообще трудно было. Результат оно того стоит. Молодец. А қоғарлығы? Руфат. Хамаге оқыттылап қолама, хамаге баршетке. Акукала. Яңи қыз бор екен, хамаге. Кейінгі сафар үйтіштіңен қоқылап қолама. Поздравляю, брат, тоже. Честно. Все, у камеры. Молодец, мы тоже рады. Ждем тебя, окей? В офисе. И Хогарлага сейчас обращение амбор. Игитле, Казле. Без унинчи декабрь, да кинчи потока на запустим. Кинчи потока без анкета лабуйча, без гем рожатле. И кисто адам анкета тулдры, без обращения с нами курупчик, так что IT
юналиши бойча бюджетке кирмоқчи бўлганлар сони 100 дан ортиқ. Больше 100 человек, кто хочет в IT-направление бюджет. Икинчи поток марафона декабрь ойда булады, шу 10-чи, кичи билан 12-чи да запущу, 12-чидан где-то 20-чи декабрьгача. Но оно будет для айтишников. Что, Хумойдин ждем, а всех остальных ждем дальше за то, чтобы вбились. Бигзот, Ильзот, не останавливайтесь, братишки. Если бы вы были в центре, ближе к центру, я бы даже вас позвал бы с нами поработать, если вы недалеко жили бы. Но вот, оказывается, живете далеко. Ну, пока поступать в Хлеле, в московский вуз, Габрунта, общагай кучу уткаларинанки, потом посмотрим вашу кандидатуру. Договорились? Мне ваши работы, и Кауларинем работа Ларин, очень понравился. И я рад, что у меня есть такие подписчики, такие абитуриенты, такие братишки, которые так сильно хотят учиться. Спасибо вам тоже. Я рад, Уголя, от души. Они просто красавчики. Благодарим за этот марафон. И вам. Это очень было интересно и... Спасибо вам за такой классный проект. Да. И благодарим. Хорошо, ребятки. Мне очень понравилось. Ну, тут благодарности можно сюда благодарности. Это я в 3 часа не спал ночи, с вами сидел. И вам благодарим. Спасибо, ребятки. Приятно было с каждым из вас лично пообщаться. Всех крепко обнимаю, жму руку крепко. Увидимся. Сау бласыла. Хамаги хайр. Всего доброго. Azizlar, sizlar uchun ajoyib yangilik. Qanaqa yangilik deysizmi? O'tgan safardagi 3 oylik kursimizga yozib ulgurmaganlar uchun 10 dekabrgacha yangi guruhimizga nabor boshlandi. Qaysi guruhlarimizga nabor boshlandi? Kunduzgi kunlari, ya'ni soat 12 dan 6 gacha bo'lgan guruhlarimizga, kechqurun soat 7 dan 10 gacha bo'lgan guruhlarimizga nabor boshlandi. Aytgancha, agarda kimda-kim uzoqda yoki ishlayotgan vaqti bo'lmaydigan bo'lsa, onlayn darslarimiz ham bor. Onlayn darslarimiz esa soat 12 dan 10 gacha bo'lgan guruhlarimizga nabor boshlandi. Azizlar, yozilib ulgurib qolinglar, sababi keyingi guruhimiz 3 oydan keyin ochiladi. Hammalaring ko'rdilaring, guvohi bo'ldilaring, ukalarimiz juda ham kuchli. Men bunaqa ukalarimiz borligidan, bunaqa abituriyentlar borligidan juda ham xursandman. Shunday bolalar bizni kuzatayotgandan juda ham mamnunman. Iltimos, ukalar, yutqizgan ukalar, birinchi o'rinni ololmagan ukalarim, xafa bo'lmanglar. Biz AppCenter 10 dekabr kuni marafonimizni 2-chi qismiga start beramiz. Da, marafonning 2-chi qismi start bu safar kim agar marafonda qatnashmoqchi bo'lsa, video ostidagi anketani to'ldirishlaringizni taklif qilaman. Videomiz ostida anketa bor, o'sha anketani kirib to'ldiring. O'zingiz, jiyaningiz, o'g'lingiz, qarindoshingiz, do'stingiz kim siz bilan shu marafonda qatnashib, bilimini, aqlini sinamoqchi bo'lsa, obязательно shu yerga o'tib, anketani to'ldirishni iltimos qilaman. Ikkinchi potok marafonni faqat IT-shniklar uchun bo'ladi. Kim agar kelajakda IT sohasida специалист bo'lmoqchi, kiberbezopasnost, hacker, kechirasizlar. Hakerlik ham zo'r ishlar-ku. Hacker yoki там веб-дизайнер, программист, o'yin ishlab chiqaradigan yoki katta-katta bazalar bilan ishlaydigan bolalar bo'lmoqchi bo'lsalaring, sayt, приложение, har xil narsalar yasashni xohlasanglar, mana bu bo'ladigan marafon yoki olimpiada siz uchun. U yerda 8-ta, 10-ta bir haftalik zadaniya bo'ladi. Shu bajarib chiqasiz, oxirida kimni natijasi yuqori bo'lsa, o'sha bolaga 2024-yil Rossiya universitetlarida byudjetga o'qishga kirishiga imkoniyat beramiz. Qisqasi, video mana shundan iborat edi. Birinchi potokni yakunladik, g'olibni sizlarga aytdim, g'olib bilan suhbatni ko'rsatdim, g'olib ertaga ofisga kelsa, g'olib bilan ofisda bo'lgan qisqagina video gap-so'zlarni Instagramimizga kirib kuzatishlaringiz mumkin. Instagramimiz videoni ostida bor. Hammalaringga katta rahmat bizni kuzatganlaringga. Marafonda qatnashishga, o'z kuchlaringizni sinashda, yaxshi niyat orzu qilishda to'xtamanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr. Yo, bu AppCenter. O'qiysizmi, o'qimaysizmi? Muhimi, o'z hayotingizni o'zingiz boshqaring.